Наших боятся отчизну, не обняли своих матерей. Сколько тысяч загубленных жизней не вернулось из концлагерей. Сегодня в нашем поселке проходит акция «Агитбригада». В рамках этой акции, вот проезжаем по поселку, поздравляем ветеранов-тружеников тыла. Ветеран, но к ветерану мы подъезжаем к каждому дому. То есть вот где проживает ветеран, подъезжаем к этому дому, говорим слова поздравления, и исполняются концертные номера. То есть для ветерана. Здравствуйте, Лена. Вы представитель? Я. Поселок. Сюда проходите. Сюда. Подождите, нас еще здесь тормозят сейчас. Да, сюда. Здравствуйте. От имени депутата областного маслихата Георгиади Ивана Владимировича мы хотели бы вас поздравить с очередной годовщиной Победы, Дня Победы. Пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. И вот хотели бы вручить вам на память небольшие подарки памятные. Спасибо. Поздравляем вас. Спасибо. Там самое главное, пляшка. Это пляшка. Ох, ай-яй-яй-яй-яй. Вот, например, горшком подъезжали, так как ветеран, он не может выйти на улицу, то есть остальные ветераны выходили, и перед ними вот этот весь концерт проходил прямо перед ними. А Горшков у нас, Павел Федорович, выйти не мог, поэтому мы подъехали прямо к окнам его квартиры, внучки открыли окна, и он через окно слушал и видел этот концерт. Ну, организаторами, конечно, выступал культурно-досуговый центр «Октау». Спонсором нашего праздника выступил Георгиади Иван Владимирович, депутат областного маслихата. Большое спасибо.